Так. Тут открыто. А, все понял. Чё? А. Бежу, бежу! Давай этого пулеметчика, сука. Я засуну твои стрелы тебе в задницу. Клетка это уже перебор. Перестраховывается. Ах ты свалил, сучонок. Нет. Дерьмо. А я думал, ему все нипочем. Он сражался до конца. Благодаря ему я здесь. Здесь скоро будет спасательный вертолет. Я знаю, что Сэмми держит отдельно, а Уитман где? Надеюсь, не в гостевых палатах. Видать, мистер Шоу выпросил комнату получше. Найдем его. И Сэмми тоже. Но отсюда мало что можно сделать. Сейчас я вас освобожу. Ну что, так, надо теперь обобрать этих уродов. Так, так, так. Внимание! Вместе! Так. Так, у меня что? А, у меня кроме лука ничего нету. Что там было? Лара, здесь происходит что-то странное. Мы слышали разговоры о духе солнца. Императрица солнца, владычица Яматая. Да ты шутишь. Это, считаешь, это Яматай? Да, похоже, это правда. Ну, хоть что-то. Все же нашли это место. Не то, что мы ожидали, да? Держи! Едва держится. Пол уже ходуном ходит. Не думаем это, Лара. Просто вытащи нас. Отлично! Как я вам рада. Так, что теперь? Второй противовес. Подожди-ка, а тут почему ничего не разрушено? Ничего не понял. А, вот так. Ha
Внизу точно нет никакого пола. Так. О. Так. Тихо-тихо-тихо, нам вниз падать ни к чему. Вы на свободе, но здесь все рушится. Я назначу место встречи сразу за мостом. Вертолет скоро прибудет. Какие маленькие урочки. Бай! Во! Тут все горит к черту. Ой, 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 туда. Так я стараюсь идти дальше. What the fuck? Там дальше такая миссия будет. Просто, ну, блин, с этими волками бороться, потихоньку пробираться будет. Ой. Так, это уже девятая часть у меня идет. Так. Ах, этот Матиас. Никто не уйдет. Это я слышала перед крушением. Обряд из гробницы Пимика. Почему он так интересует Матиаса? Так. Вот этот пожар я там замутил вообще жестко. Так, сейчас будет перестрелка. Что, все что ли? А не, вон они. Тут и так все горит, они еще взрывают. Все, там никого нету. Так, сгорел этот урод. Так, вот еще один. Так спокойно прогуливается. Лара,
Ты жива? И вы? То есть, как вы? Что случилось? Они перестали видеть во мне угрозу и разрешили ходить почти свободно. Вы знали, где остальные? Да, Сэмми схватили. Но что я мог сделать без оружия? Это братство. Антропологическое чудо, Лара. Они чокнутые убийцы, доктор Уитман. Нам всем нужно выбираться отсюда. Да, конечно. Я посторожу здесь. Скажешь, как там что? Оба, сейчас будем долго здесь перестреливаться с этими уродами. Полагаю, ты не совсем понимаешь. Ты избранная, Саманта. Это большая честь для тебя. Для всех нас. Кое-кто уже начал сомневаться, что мы тебя найдем. Но ты здесь. Послушайте, я знаю, что вы считаете меня особенной. Но это не так. Я не хочу быть избранной. Не имеет значения, чего ты хочешь. Важно, кто ты. Кровь Пимика течет в твоих жилах. Думаю, ты это знаешь, Саманта. Зачем все это, Матиас? Это же сумасшествие! Ты ищешь причины там, где их нет. Когда-то я тоже сделал эту ошибку. Тогда я думал, что сюда могут дойти корабли и долететь самолеты. Я просто хочу домой. Я хочу, девочка. И много лет ждал этого дня. Я жил ради него. Ты думаешь, я не пытался бежать отсюда? Это невозможно. Мы все здесь в ловушке. Но ты, Саманта, в твоих силах освободить нас. Многие отдали свою душу за этот дар. Огонь все разгорается. А вторая девка исчезла. Надо с этим кончать. Дмитрий, сторожи ее. Че ты, товарищ Дмитрий, сдохнешь? Лара! Боже мой, ты здесь! Я уже решила, что схожу с ума. Все хорошо. 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 Мое оружие. И как теперь отсюда выбраться? Надо уходить, пока он не вернулся. Уитмен! Уитмен! Черт, где же он? Беги, Лара, беги! Сядь! Беги! Тронный зал! Так. Где он там стрелял? Прятать надо. Ох. Где кто? Нельзя так делать. Валим. Гребаный терминатор. Так. Ой. Подкрался, урод. Давай сюда. О! Избранная сбежала! Вперед! Найди ее! Мать! Мы
Что-то как-то быстро я с ними справился. Со всей этой грядкой. Ой. Там и так все горит, они еще бутылки эти кидают. О. Так. Надо все заряжать. Тихо. Отдай. Что там у тебя есть? Стоп. Иди сюда. Сейчас по мне откроют огонь с пулемета. По-моему. Да-да, точно. Вперед! Все! Найдите избранную! А это моя! Так, что мне теперь... А, так... Вау! Вау! Тихо. Держи. Это глупая идея. Сейчас я замучу его убивать, конечно. Ну я это и сделал. Я тебя сейчас по земле катаю. Сейчас как их будет тут много, конечно. Подствольный гранатомет. Нормально. Вы так еще и не сдохли? Тогда я иду к вам. Тихо, тихо, тихо. Извини, чувак. Да ты че там? Я тебя всю обойму выпустил. Ой, 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 ой. Че, все что ли?
Да она хорошо отстреливается, девочки. Опа! Опа! Держи. Мне что, заряжаться нечем? Давайте сюда все, что там у вас есть. А, ну костерчика посидим. Этот остров настоящая психбольница. Матиас уверен, что всех тут удерживает дух Пимика. Это невозможно. Просто невероятно. Но в своем безумии он зашел так далеко, что уже неизвестно, насколько он безумен. Вертолет не годится для бегства. Ты это знаешь, Лара, точно знаешь. Надо предупредить остальных. Если мы им воспользуемся, то погибнем. Так. Лук я улучшил. Кирка тоже улучшил. Ух ты. Да, она полностью улучшена. Так, все, его улучшили. Ладно, давай-ка дробаш. Так, осталось пистолет улучшить и дробовик. 55. Ладно. Так, где же я нахожусь? Вот тут. Сколько этих уродов тут поперестрелить? Оба! А это нам пригодится. Надо бежать отсюда. Блин, как откинуло. Не подходите ко мне! Идем с нами! Я чувствую, мужик, тебе помощь не понадобится.